Я Игорь Трапезников, лидер проекта Voice «Звуковое зрение». Мы сделали систему и методику обучения, которая позволяет незрячему человеку самостоятельно ориентироваться в пространстве и передвигаться. А некоторым людям даже читать крупный текст. И сейчас мы на форуме инноваций представляем нашу новинку и демонстрируем посетителям возможности, которые дает звуковое зрение. 2 дня назад, 13 октября, в Самаре, на международных соревнованиях по ассистивным технологиям нейротлон мы заняли первое место в номинации DBN. Это когда незрячие пользователи, незрячие люди соревнуются в прохождении трассы, опередив почти более чем в 2 раза наших соперников, оснащенных бионическими глазами от компании Argus, Соединенные Штаты Америки, и участниками, которые используют звуковые трости. В настоящий момент мы хотим, чтобы как можно больше незрячих людей, людей, которые потеряли зрение, узнали о Voice и могли записаться в группу обучения. Мы предлагаем такую возможность и хотим, чтобы как можно больше людей смогло обучиться и передвигаться самостоятельно, не используя сопровождающего, не прибегая к тому, что приходится ждать, либо подстраиваться под ритм. Мне очень хочется, чтобы люди, которые владеют навыком звукового зрения, смогли получить, например, новую профессию. То есть функционально наша система дает возможность человеку стать слабовидящим, способность воспринимать окружающее пространство, не трогая его, не ощущая.